Давай, подождите. Ребят, я отдельно снимаю окей, потому что, ну, как видите, у меня новый аккаунт. Давайте зайдем в Икею. Так, Кир, у тебя есть Икея? Я просто ее потеряла. Заходи. Сейчас мы зайдем в Икея 3008. Почему 3008? Я не знаю, почему 3008, потому что они 3009, я сама не знаю. Ну, это потому что и это SCP 3008. Давайте я не буду включать камеру, чтобы вы меня видели, потому что я страшу. На меня сразу напал какой-то чел. Поздравляю! Оскар! Так, давайте заходим, ребят. Заходим. Если тут меня будут быстренько ловить и убивать, не судить строго, то я на телефоне плохо играю. Я не привык. Киру, рядом кровати у меня. А у меня рядом продавец, который меня упасит по моему лицу. Я слышу, и я думаю, что это за мной гонится. Фух, наконец-таки. Я сижу. Пусть они это выставляют. Не, Кир, я потом... Кир, я потом покажу, и потому... Сейчас, подписчики, подождите немного, Женька, если тут будут... Я вижу чей-то ник, так что... О, здесь есть какая-то девочка. А теперь валим от них. Так, я какой... Ну пусть девочка зайдет ко мне чей. Мне все равно. Тут еще какая-то девочка вполне. Ребята, мы покажем вам, что случилось, когда ночь прошла. Что случается с нами? Сегодня я расскажу подробнее о нашей информации с Кирой. Кира очень любит пельмени. Это правда, Кир? Хотя я их ненавижу. Кира, а расскажи свою информацию. Короче, меня зовут Пельмень. Не пельмень, а Кирка. Кира! О, утро! Кира, валим искать друг друга. Чего? Я не могу тебя свистнуть. Сейчас, подожди. Сейчас, а я звук включила. Сейчас, у меня тут рядом не кухня без еды, поздравляю. Нет, светильничек. Ребята, на следующий день... Что тебе надо? Кира, за мной какая-то девочка увезлась. Понимаю. Ой, еда. Следующее видео будет мое. У меня, конечно, аккаунт будет никак не называться, наверное. Я название уже придумал. Наверное, будет Нутелла, потому что я Нутеллу обожаю. А кто любит пельмени, извините, что я вас оскорбила. Не, пельмени я люблю, просто я мелкие люблю. Да? Кир, пока за мной эта девочка не идет, я забираю еду. Она... Я просто еду нашла. Кира, ты где там? А, она звук отключила, поздравляю. Да, девочка, ты... Нет, я тебя отклоняю. Василиса, накажись, это за твоего скина приперлась. Наверное. Кира, она светильник мой выкинула. Я ей устрою. О! Василиса, посвисти, пожалуйста, я в огне покажу. Сейчас свистну. Пока. Пока. Мне даже твой свист не слышно было. Короче, подписчик рассказывал лекцию о Василисе. Она Кира! Кира, а может я своей информации расскажу? Нет, сначала тебе надо лекцию рассказать. Подписи еще один раз.
остановишься? У меня много еды, если что. А за мной эта девочка вроде отстала от меня. Мне ж... Короче, ребята. Рассказываю самую смешную историю в кавычках, которую я ненавижу теперь свою подругу Ульяну из садика. Я тоже ее теперь ненавижу. Ты где? Я точку поставлю на еду. Кира, я дом нашла. О, ура. Ну, я думаю, я до тебя буду добираться так-то недолго. А хотите, я вам спою? У меня есть для вас песня. Да девочка! За мной девочка увязалась. Освисти еще раз. Короче. Кир, я 100 лет не играла на телефоне, так что я иногда буду тупить. Извините, Василиса такое умеет. О, я твой любимый светильник тащу. Ура, а он у меня уже есть, но второго не помешает. Это мой будет тогда. Окей. А ты где? Да, Кира, ты не туда бежишь. Я тебя вижу. А, я тебя... Здесь дом есть. Хороший такой. Кира, ты вообще... Вот, я свистнула. Да, Кира! Вот, залезай. Да не, я там лесенку нашла. Окей. Там нету лестницы. Тогда на... Да, светильник. Сейчас, подожди. На. Ты прыгнешь? Да, ты прыгну. На, это вам. Кир, ну я не смогу так достать. Ладно, светильник нам не нужен будет. А у меня просто есть. Нам нужны лесенки. Да, Кира, подожди, я нашла тебе лестницу. Да, Кира, я уже тебе... Ну и ладно. Кира, стой, не трогай ничего. Не бери эту кровать. Отойди оттуда. Отошла. А лестницу мы вниз будем делать? Нет. Потому что колизунданты вроде научились лазить по лестницам. Нет, они не научились. Ну и хорошо. Кир, не бери пока вот что... Ты с ней... Подожди, Кир, я сейчас сделаю. Я этот домик сейчас... Подожди. Бери теперь вот эти вот нижние доски, которые снизу. Нам надо закрыться сбоку и наверху. Давай не будем второй этаж делать. Да я не собиралась. И не надо. Лестницы мы будем использовать как вот такие вот. Василиса, давай потом мы здесь рядом. Кира, коричневые доски! Чего? Здесь випки строили. Оп, наверх запрыгнула. Берешь досочку, приседаешь вот так. Я тут до утра посижу, не пытайся меня свалить. Не пытайся, я лучше здесь посижу до утра. Окей. Мне норм. Окей, я тебя не трогаю. Я вот здесь закрою. Угу. И зачем сюда доску засунули? Бедная досочка.
Дай. Я твой охранник. Я тебе здесь поставила вот так. Спасибо, ну нет. Вот нам и лестница. Понял, мне х нельзя было. Кир, я вот так вот сделала. Что, у меня теперь есть дом хата. Я вижу, ты снизу, чтобы я не сдохла. Кира. Мы сдохнем. Кира, ты чё сразу такое говоришь? У меня же детский Вот лестница и всё. А то... Кира, ты иди позже. Ничего не делай. Лестница! А мы видео с Тавором будем делать смешное? Да. Ну, это, я думаю, через годика два. Нет. Я профессионал в теле, я никогда не умираю. В кавычках. Кира, вот отсюда, вот смотри, снизу бери доски. Главное, на них не вставай, как ты умеешь. И полчаса назад. Вообще, Лиза, меня убивают. Кира, всё. Ничего. Вот закрывай вот так вот, чтобы у нас не было вот таких дырок. Мы же хотим аккуратный дом. Аккуратный. И тем временем Василиса строит какую-то опять фигню. Кира, Кир, не бери оттуда, отсюда ничего. Так, Кира, теперь вот так вот вставай. И забирай. Кира, поставь ее просто. Поставь. Не знаю. Да, Кира, ну ничего не надо придумывать. Поставь. Поставь. Тык-тык. Кира, я сделала нам балкончик со вторым этажом. Ну туда лучше не залазить, а то нас съедят.